Около 200 нарушений законодательства выявили лесники с начала года. В этот же период прошлого их было почти на 100 больше. Активно сообщали о нарушениях жители, чаще всего про предполагаемую незаконную вырубку. Подтвердились лишь 14 случаев, в том числе один с ущербом более 5000 рублей. Боролись инспекторы и с возгораниями. Теплая малоснежная зима дает о себе знать. Во всех случаях причина одна – неосторожное обращение с огнем. Вдоль дорог вы едете, видите информационный аншлаг «Не разводи огонь, не разводи красостер, не бросай мусор». Зимой вы такие аншлаги вдоль дорог не увидите, потому что на пожаробезопасный сезон производится их демонтаж. Другая сезонная конструкция – шлагбаум на несанкционированном въезде в лес. Специалисты уже соорудили более полусотни таких, а еще поставили десятки подобных беседок для разрешенного отдыха. Здесь и еду на углях пожарить можно, и мусор есть куда выбросить. О заблутавших путниках в этом году тоже подумали. Найтись помогут вот такие лавочки-навигаторы с указателями до ближайших населенных пунктов. Это зимнее фото. Сейчас пройти в эти места сложно. По лесу сейчас не пройдете. Там бурелом. Там не то, что можно как-то грибы собирать. Раньше за малиной ходили, за ягодами. Грибы собирали. Да. А сейчас там просто пройти. Если вы знаете дороги, то даже по дорогам невозможно ходить. Техника, по словам лесничих, тоже проверена и поддерживается в повышенной готовности. Пожароопасный сезон в этом году начался почти на месяц раньше обычного, а относительно низкое число возгораний специалисты объясняют режимом самоизоляции. Кстати, инспекторы следили и за его соблюдением, оформили 7 нарушений, пока мера действовала. Алексей Пименов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».